Доброе утро. Всем привет. Я, знаете, что заметила? Наверное, впервые за все время. Я вчера забыла поздороваться. И видео у нас так и выйдет. Половина у нас уже позавтракала. Я, папа и Тома. И девчонки садятся завтракать. Сейчас как раз всю посуду перемоем. Алиночка уже заплетает девчонок. Том, здравствуйся. Вот мы уже начинаем складываться обратно. Постирали наволочки. И вот эти только забираем. Покрывала, они удобные. Здесь Томми уже сложила. Эту одежду они носили. Она отдельно. То, что они одевали теплые, это все чистое. И это все отдельно. У нас, видите, два желтеньких. Это значит Сашины, Женины. Мы сейчас удобно сделали. Мы просто достаем сумки, достаем чистую одежду и обратно составляем. А все года таскали, да, с собой. Вот. Там Дарина уже собралась, Алина собралась. Там куртки у нас. И вот буду наши сейчас складывать. Вася уже... Я тут немножко тоже собрала бытовую химию всю. Здорово. Здорово. Ой, здорово, говорит. Так, Вася тут ноутбуки все складывает. Я постельное привозила. Тоже все оставим. Плед это тоже оставим. Это Таня нам подушки давала, нам всем хватило. Вот, поэтому сейчас мы будем развозить все. И Тане, и Ларисе, что брали. Посуда вся Танина. Это вот тоже надо будет к Ларисе поставить. Обувь надо будет сейчас еще придумать, куда положить. Вася машину загнал, чтобы далеко не таскать все это. Мы вчера все в бане помылись. Я еще вещи постирала. Заодно проверю, высохло или нет. Так, это Лариса мне давала вместе с этими унесем. Вот, папины высохли. А девчонок шорты еще нет. Ну, надеюсь, не забудем. Ну, пусть висят еще чуть-чуть, полчаса. Привезли нам мешок шишек. Мешок шишек стоит 1500. Мы когда приехали, 1200 стоило. А сейчас 1500. И мед купили. У нас друзья живут в Волгограде, попросили мед. Ну, видите, надо самим покупать. Нам прислали, а он прошлогодний или фиг знает какой, весь засахаренный. Прям так вообще нехорошо получилось, я считаю, что мы-то думали свеженький. Тем более мы не себе покупаем, а другу 700 рублей литр. И он, ну, совсем старый мед. Мы попросили из деревни, из пасечного привезти. Нам автобусом отправили. Прям неудобно так перед людьми. Так, это топор чей? Ларисин тоже. А, надо убрать. В общем, мы сейчас поедем с Васей до Тани. Отвезем все, что у нее брали. И уже приедем, и будем уже паковаться, и поедем. Снять, как мы загрузились и поехали. Мы уже на полпути к Боготолу. Девчоночки там сидят, все красавицы мои. Как бы не хотели остаться, все рады, что мы едем домой. Все рады. Я нет. Да не ври, Тома, я нет.
штуку заберем и придем, наверное, в блинную покушаем, да? Я что-то прям есть хочу. Хотя у нас там были яйца, 5 штучек мы пожарили, поели. Ну что это 5 штучек на такую большую семью? Центр Ачинска. Вы уже все знаете. Это торговый центр Причулымье. Смотрите, как быстро деревья схватились и растут. Раньше не было, да, мне кажется? Или были? Были. А что-то я не помню. Мне кажется, раньше я снимала. Или, может быть, то, что зимой как-то свободно было все снимать. Мы девчонкам платье покупали на Настину свадьбу. А Насте на свадьбу мы покупали платье, даже не помню где, где-то в другом месте. Вот Эдем, бассейн. Там вот дальше Глория Джинс, ДНС. Весь знакомый, признакомый Ачинск. Антоша нам уже, он, видимо, на работе. Счастливого пути пожелал, спасибо. Шалуны. Ну, Ачинск строится, наверное, где-нибудь. Но центр пока такой, как был, такой и остался. Только еще лучше. Цветы вот там сзади, смотрю, кругом. Лето, в Ачинске ремонт. Алфавит, там торговый центр тоже. Мы, по-моему, так ни разу в него и не зашли. Я не помню, чтобы мы были в нем. Это Евродом, торговый комплекс. Ну, там в основном одежда и обувь продается. Вставайте, вставайте, пойдемте поедим. Я очень кушать хочу. Наши любимые столовки, кафешки, забегаловки. Мы когда сюда приезжали, помните, мы всегда тут ели? Потому что неудобно нам было ехать в этот блинную. Там весь асфальт сняли по центральной улице. Мы поехали в обход. Чё они там? Спят? Потом. Тут всё автомат, автомат, руки моем, всё автоматически. Ой, Тома, Тома. Ой, как мы сейчас накушаемся всего-всего. И салаты всякие есть. Я люблю именно такие, когда вот прям при тебе все накладывают, а не так, что заказал, потом ждешь 3 часа. Когда пельмени сварят. Ну, ну вот, удобно очень, быстро и легко. Так, девчонки, идите выбирайте, чтоб недолго. Чтоб мы там не стояли, не думали, кто что. Иди выбирай. Как всегда у нас. То блины закажут, сгущенки нет. Пойдем с нами туда. Пойдем. Это подожди. А вы Томас, что, Томи что? Томи суп. Вы курицу на двоих заказали. Тома, садись. Они вообще выбрали только по одному пирожку. В итоге... Жень, ты же сказала курицу тебе. А я сказала, я буду картошку. Я же тебе предлагала суп, ты сказала, я не хочу. Только гороховый. Горохового не было. Так, ну ладненько, все, кушайте, кушайте. Я хотела пюре. Пюре? Да. Алинка пюре себе взяла. Хочешь мою, вон, какую-то поешь мою? Ну поешь супик, ты же любишь супик. Пюре ты точно не съешь, а суп есть. Ну, кушай, кушай, кушай. Хлеб. Давай я проверю, не сильно горячо? Подуй, проверь, не горячо? Чужую девочку тебе прикапала. Стоим в очереди, стоит ребенок лохматый. Я стою и волосы поправляю, она на меня так смотрит. Я, ой, боже, не мой ребенок. Да? А я проголодалась, заказывалась
себе. В итоге заказывал еще наперед. В итоге отбивную чуть-чуть поела, папе отдала. А булочку вообще есть не может. А мы не заказывали себе компот. Хочешь, иди оплати. И Дзига, спроси, сколько все это тебе денежку дам. Саша, как всегда, чай, а Тому вообще ничего не хочет. Вот молодец, не стесняется, спрашивает. 45. Ну, на. Скажи, дайте мне компот. Учитесь сами самостоятельно. Ну, молодец. Тома. Ешь давай. Для мамы тебе кормить. Это там супа маленько было. Вроде ест так старательно, а в итоге все на месте так и стоит. Ну, видишь, как хорошо. Раз, сама себя, а маме бегать не надо уже. Талину всех заплела. Фу, муха, зараза. Кушай, кушай. Нарисовать? Да, они, наверное, сразу поймут. В общем, вчера Христинка пошутила нам. Я, говорит, вам колеса проткну. Дошутилась. Да, дошутились. Колесо мы пробили. И то мы тут стояли. Парень подошел с другой машины, говорит, вы едете на сдутом колесе. И мы только потом только вот вылезли. И сейчас вот Вася подкачал, думал, может, хоть немножко доедем. Нет, прям шипит. Прям сдувает, как шарик. Ну. Вот у нас банан есть, или как он называется? Банан папа называет. Ну. Вот как мы тут стоим. Холодильник наш. Все. Доехали мы до Новосибирска и до других городов. Видели ребенка. Хорошо, сразу взяли колесо. Мы проехали, наверное, 8 км. Пока вот так мы расположились, холодильник сюда поставили. Но по-хорошему у всех он тут стоит. Это Вася у нас сюда перенес электричество. И вот сюда поставил. Вот тут вот он сам это все перенес. Даже вот понять не имею, как это он так сделал. Что у нас холодильник тут. Каким-то образом чудесным. Так, теперь будем ждать. Потом все вещи нормально ставить, а то стоят вещи у девчонок. Мы до Мариинска не доехали, 18 км. Стоим. Ну, Тане забрали несколько книг. Они у нее там ненужные лежали. Я им почитала, девчонкам, 3 главы. Вот Женя решила заново почитать. Хотя мы «Маленького принца» уже читали. Мама, а сколько нашей машине лет? Ой, понятно, она очень... Нет, когда мы ее купили? 22. Лет 10-11, наверное. Наши, когда мы ее купили, уже 10 лет прошло? Да? Больше, может быть, да. Когда мы купили, 9-10. Угу. Да. Мы в 2011 году приехали в Тюхтет и где-то, наверное, в 2012-2013 году купили. В январе покупали. 10 лет не было. Вот я была тоже на дряже, но ты не доездила, с папой машину покупать. Но ребятишки маленькие были. Вы с папой ездили, я не ездила. Никуда не ездила, дети маленькие были. Дома сидела. Вот и отремонтировали нам колесо. 10 минут не прошло. Слава Богу, все. Все нам по пути и очень хорошо.
Правда, нереально жарко. Прям очень жарко. 24 градуса. А? Пап, я же в руках ее держала. Трубку ищем, там ее в руках держит. Я думаю, вроде я держала в руках. Давай в карманах проверять. Будем это показывать. Она спрашивает, где измотали. А как ты там увидишь? Уж внутри они же снимали эту резину верхнюю. Поэтому я тебе никак не снимаю. Поставили колесо. Вот на место все отремонтировали. И тут все на место поставили. Вот это бы стекло тоже, Вась, протереть. Ты же в него смотришь. И сейчас кофе отцу налью. Девчонки, а вы не помните, где у нас кружки хоть одна? У нас они все. А, есть, да? Да. Так, сейчас я, значит, поищу кофе. Рукой положу. Вот, нашла кофе. Тут печенье есть. Видите, как мы зацепляем за это? Не закрывать пока. Мы поедем. А, мы уже поедем? Не, пап, кофе еще попьет. Сейчас он приберет. Давай. Кофе как раз сделаем. Что, еще не надо? Не, одного хватит.